Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons «Соедини драконов». Сегодня у нас среда, тогда, когда мы получаем сундук логова. Я, конечно, обещала вам выйти в стрим сегодня, но, к сожалению, только поздно вечером мне удалось добраться с работы домой, и я опаздываю уже снимать стрим, а это будет очень-очень уже поздно для моих зрителей. Поэтому я решила записать все-таки видео. Ну, как получается, так получается. Итак, мы собирались собирать призы с события, открывать их и смотреть, будут ли нам давать за это очки. Так, что у нас тут летит? Это предложение нам не интересно. Итак, вот у нас сегодня в среду сундук логова готов. Уже, я так понимаю, нас уже собрали на следующий сундук. Вот нажимаю его «Получить». Награда отправляется в лагерь. Вот он наш сундучок. Смотрю, что у нас на следующую неделю, то есть через 6 дней 12 часов. Вот, посмотрите, уже сундук 5 уровня у нас собран. И уже даже 15 человек уже набрали 50 очков, которые дают за создание драконов. У меня пока еще, как видите, очков 0. Ну что ж, давайте будем смотреть. Итак. Тут это сундуки, где у нас нашего события пятничного. Вот дракончики, например, вот этих открываем. Бабах! Вот, да, действительно, сразу при открытии дракончиков, при сферке открытия, да, нам сразу же дают очки. Да, дают нам очки, видите, вот, сразу по одному очку, но, по крайней мере, дают. Вот наши все дракончики, которых мы получили. О, а за этих по 25, ну, так это вообще красота. То есть я просто получив драконов с события пятничного, уже 114 очков набрала, как вы видите. Поэтому вы были правы, действительно правы в том плане. Вот, а за эти уже непонятно, сколько очков дают 4 уровня, потому что уже набрали. Уже достаточно. Вы были правы в том, что нужно драконов открывать именно тогда, когда сундук по средам засчитывает. Это так, здесь 4 яйца ванильки. Ой, я звук не добавила совсем. Точно, играем без звука. Ну, так, добавлю чуть-чуть. О! Так, и еще у нас тут 4 яйца. Посмотрю, есть ли тут у меня на складе ванилька. Если вот на складе есть яйцо ванильки у меня одно. Поэтому будет тогда 5 у нас. Вот так годится. Итак, это мы открыли. Что у нас тут еще? Черепашкины яйца. Вот 7 штук. Давайте 5 я соединю. Вот и посмотрю, есть ли еще у меня яйцо дракончика черепашки на складе. Так. Что-то я не вижу. Яйца черепашки на складе. Может быть, просто не вижу. Так, оставляем тогда их. Что у нас еще? Это вот. Еще вот такие у меня яйца есть. Раз. Это яйца у нас сезонного события, которое постоянно делаем заданием. И вот у меня такие вот есть 4 яйца. 4 тут постоянно вот цветы делаются. Сейчас я их уберу, чтобы у нас места побольше было. Вот так вот, чтобы можно было яйца сложить. Дальше у нас есть еще вот гнезда. Что это у нас? Вот 3 гнезда с таинственными яйцами. Сейчас мы тоже их вот получим. 1, 2, 3, 4. Вот. Так, вот буду складывать это пока сундучок сюда. И здесь у нас сколько? Так, это можно вообще продать, чтобы мне тут не мешался. Так, вот 5. Сейчас мы все тут насоединяем, что нам дают. А потом тогда пойдем смотреть второго класса, будут ли у нас драконы. Эй, уточка. Так, 1, 2, 3, 4. Вот видите, как весело. Когда все это оставляешь, и потом все вместе посоединять. Так, есть.
Здесь примерно по 20 касаний в каждом гнезде, по 20 яиц примерно. Вот жалко, вы хотели это в прямом эфире все увидеть, но, к сожалению, работа, игра есть игрой, а для взрослых людей работа, она важнее. Поэтому, когда нужно выполнять работу, нужно выполнять работу. А потом уже игры. Кстати, в двух этих гнездах не было простых яиц, да? Были только таинственные всякие с вопросом. Вот тут у нас есть такое яйцо еще. Так, дальше у нас вот кавана яйца нам всякие давала тоже. Давайте посмотрим. Вот такое зелененькое. Тут вот каменные. И еще такое зеленое. Так, это все непарное. Ну вот каменных три яйца. Запомним. Так, что у нас тут еще есть? Эти яйца уже события, которые сейчас идут у лунного дракончика. Сейчас проходит событие в логове. Мне кое-что уже успела сделать. Сейчас я их соединю. Лунные вот готовы. И каменный у нас там был, да, только что. Только что был каменный дракончик. Вот. Вот так одно яйцо останется. Так, все здесь. Нет, вот еще гнездо одно. Вот еще одно гнездо. С такими у нас. Вот. С дракончика хамелеона. Вот 5-7 яиц повезло. Сейчас посмотрю, нет ли у меня хамелеончика еще одного яйца. А вот как раз вот есть хамелеончика яйцо. Вот оно. Тогда могу соединить хамелеончика. Сейчас вот он годится. Может, мы еще что-нибудь соберем, сейчас посмотрим. А вот еще гнездо у меня лежит, совенка грифон. Это тоже событие есть. Вот одно. Так, совенка грифона нет еще. Двух яиц. Одно яйцо я там вижу. Одно, так одно. Ну что ж, вроде бы как все яйца вот мы разобрали, которые у нас тут были с событием. Да, осталось только вот дерево и сундуки. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что в сундуке у нас недельном попадется в этот раз. Сейчас я эти яйца уберу, чтобы они мне тут не мешались. Вот, может быть, какие-то удастся объединить. Вот, и смотрим. Итак, нам дадут одно гнездо с яйцами дракона логова, 16 случайных яиц и 6 случайных предметов. Окей, окей, открываем. Ой, какая красота, смотрите, дерево мне дали, отлично, малиновое. Вот такие яйца, еще один пруд, кстати, вот еще один пруд. Который могу их объединить потихонечку. Вот объединяю. Вот так. Который нам дает вот такие золотые семена. Я их потом проращиваю. Вот это трава. У меня такой травы уже много. Но тоже можно наверх отнести. Так, я вижу тут два вот эти грибы. Драконовое дерево мне не надо. К сожалению. Сейчас посмотрим, сколько вот дракончиков логова у нас тут. 5. Это очень хорошо. Куда-то одно яйцо улетело сюда. Вот, дракончиков логова могу 2 получить. Так, одно шоколадное, одно дракона такого. Вот, а шоколадное у меня одно. Так, так, так. Можно ли какие-то яйца складывать? Сейчас посмотрю. Вот такие дракона джунглей. Сейчас посмотрю, 2 яйца. Нет ли еще одного яйца дракона джунглей? Неплохо было бы объединить. Вот что дает этот сундук недельный? Он дает премиальные яйца. Вот дракона джунглей нашла. Одно яйцо есть еще. Вот могу объединить вот грибы. Так, а вот этого феи дракончика сейчас посмотрю. Нет ли яйца феи дракончика? Па-па-па-па-пам. Вот не вижу. Не вижу, не вижу.
Так, дракона джунглей у нас. И вот нет ли дракона скелет дракончика? Тоже два у меня. Видите, как много этих яиц всяких разных. В лагере для них бы точное место бы не нашлось. Кстати, сейчас вышла версия 8.5.0, и она отличается только тем, что добавились острова. Вот здесь вот здесь такой у нас есть остров, который называется... Ой, запускается с заданиями. Остров с заданиями. Вот здесь вот 8.5.0 версии добавились. Видите, сколько островов. Ух ты! Представляете, у меня был последний остров. Вот было, по-моему, Ория или Флюмерия. А теперь вон сколько их. Вот такие интересные вот у нас изменения. Это вот касается версии 8.5.0, которая только-только вот сегодня вышла. Больше ничего пока другого замечено не было. Только добавление вот в этой ветке. И вход в лагерь теперь дольше организуется. Вот видите, я случайно нажала, и теперь я пытаюсь снова попасть в лагерь. И довольно-таки много времени проходит, прежде чем вот загрузится все. Так, нам нужно объединить вот этих вот дракончиков. Сейчас. Та-та-та-та. Вот они чаще, чтобы освободить местечко. Вот освободить местечко. Ну что ж, поехали. Все, вроде я как бы все получала, то, что я все открыла, то, что хотела, да? Теперь мне осталось только теперь осталось соединять наших дракончиков и смотреть, получится ли у нас дракон второго класса. Будет ли у нас такая радость. Сейчас я немножко здесь местечко тоже подсобираю. Вот так вот. Так, вот. Потом мне надо будет все эти яйца непарные, которые складывать наверх. Ну что ж, поехали. Давайте смотрим. Начнем с самого-самого начала. Что у нас есть? Вот сова Грифон. 5 первого уровня. Объединяем. И еще второго уровня. Вот какие красавцы, могу вам поближе сделать. Больше пока нету. Я по 5 соединяю дракончиков, чтобы выгодно было. Восход дракона первого уровня. Вот такие ребята вылетают. И второго уровня. Вот как они меняются. Дальше третьего уровня восход есть. Вот какие красавцы. Сейчас посмотрю. Четвертого пока еще не собралось. Жуткие у нас есть первого уровня. Можно соединить. Дракон-олень первого уровня. Вот такие красивые оленята. Дальше черепашки первый уровень. Вот так. И еще первый уровень. Это у нас было как раз в событиях последнем. Второго уровня, естественно, когда собирается. Вот такие черепашечки. И третьего уровня. Так, стоп. Третьего уровня нет. Вот, четвертого уровня. У нас есть драконы-черепахи. Отлично. И у нас есть гнезда с драконами, с яйцами дракона-амфибии. Вот так вот, видите, что-то новенькое. Сейчас я эти гнезда сюда принесу и смотрим, сколько в них будет яиц. Итак, в первом гнезде уже, смотрите, у меня 5 яиц и еще 2, 7. Это везение, это очень хорошо. Во втором у нас 3. О, и во втором, смотрите, у меня уже 3 и 3, уже по крайней мере 6 есть. Нет, 7 тоже. 7 и 7 это 14. Сейчас я посмотрю, по-моему, у меня такое яйцо еще было на складе. Вот. Да, у меня второго класса вот яйцо было давным-давно припасено. Вот так. Тогда мы сможем получить дракона уже следующего уровня. Я так понимаю, 5 до 7 уровня дракона амфибии. Соединяем и получаем вот таких вот классных детенышей дракона-амфибии. Вот что-то новенькое в лагере. Я очень-очень рада. По крайней мере, одного дракончика мы получили второго класса. И смотрите, я могу что-то еще соединить. А, и могу седьмого уровня посоединить 5 еще раз. Ну да, мне же 14 их дали еще. То есть 14 яиц было. Так. Все на этом пока. Пока на этом все, восьмого уровня.
Дальше смотрим. Так, дружественные дракончики, это которые мы на уровнях получаем яйца дружественных драконов. Так, драконы логова. Есть. Десертные драконы первого уровня. Вот соединяем. Такие классные. Так, еще могу соединить. Вот, четвертого уровня ванильки сейчас получим. Соединяем четвертого уровня и получаем с яйцами пломбирного дракона. Десертные ванильки, пломбирные драконы у нас. И давайте смотрим, сколько здесь. Ой, мне сегодня вот везет. Если больше 5 яиц, это удача. В первом гнезде 6 яиц. Во втором 4, 7 яиц. Замечательно. Сейчас посмотрю, есть ли еще у меня яйца. Вот, у меня как раз есть 2 яйца. Смотрите, второго класса на складе. Так, есть. Вот, тогда я получу еще дополнительного дракончика. Есть. И смотрим тогда. Должны были 5 седьмого уровня получиться. И вот такие красавчики у нас. Теперь 8 уровня. Тоже 5 штук. Ох, классно. Вот какие пломбирные. Итак, впервые я получаю пломбирные драконы 9 уровня. С драконьей силой, между прочим, 4800. Уже осталось мне до 10. Сейчас посмотрю, сколько уровня. До 10. 9 у нас 2 дракона. Ну что ж, неплохо. Следующие феи-дракончики идут. Феи-дракончики первого уровня соединяем. Так, и больше пока нету. Бабочки собрались первого уровня. Это как раз вот такие из этих яиц вот под вопросиком. Космические у нас, космические с уровней драконы. Племенные первого уровня. Дальше еще второго уровня племенные. Это у нас как раз события были тоже племенные. Еще второго уровня могу соединить вот таких красавчиков. Так, теперь горгулька. Первого уровня горгульки. Дракончики. Природные. Вот. Ну, теперь пошли простые драконы уже, которые обычно Кала нам дает яйца, или на уровнях мы приносим эти яйца в сундуках. Второго уровня алые. Этих драконов третьего уровня мы уже соединяли много раз. И четвертого уровня есть алые. Хорошо. И получаем сапфирового. Еще гнездо второго класса. Сапфирового дракончика. Ну, надеюсь, нам сейчас тоже повезет с этими гнездами. Да, да. Уже, смотрите, 7 яиц в первом гнезде. 7 яиц. Во втором 3 и уже как минимум 6. О, даже 7. Да, мне сегодня... Вот сегодня мне везет с гнездами, с открытием. Сейчас я посмотрю. Вот есть еще как раз... Еще есть такие яйца у меня. Наконец-таки пошли в ход, кстати, яйца, да, от второго класса. То они очень долгое время у меня просто лежали без пары. И теперь тогда я могу соединить 5 драконов 7 уровня. И посмотрим, что у нас 8. 8 пока у нас 4. Ну и 9 1. Ну что ж, будем собирать дальше. Ну вот смотрите. Так, теперь зеленые дракончики. Второго уровня. Вот сколько собралось у нас. Третьего уровня 5 драконов. Зелененьких. И четвертого. О, ну слушайте, сегодня на этой неделе гнезда второго класса просто у нас. Сумеречного дракона. Создали гнезда сумеречного дракона. Так, в этом гнезде 5 яиц. Ну что ж, тоже неплохо. 5 это уже хорошо. Главное, не 4, не 3. О, во втором 6. Одно яйцо у нас останется про запас. Я так понимаю, таких 2 яйца. У меня только одно такое вот яйцо из второго класса. Яйца второго класса я складываю в нижний ряд, чтобы мне легче находить было, не надо было пересматривать все.
Ну что ж, зелененький еще предлагает дальше 7 уровня 5 соединить. Давайте. Отлично. И 8 уровня 5 у меня создалось. Смотрите, как сегодня интересно. Я сегодня 9 уровня сумеречного дракона сделала. 9 уровень 1600 у него сила. Видите, у простых драконов получается меньше сила. Ну, тоже неплохо. Теперь пятнистые у нас 1 уровня. Так, голема собралось 1 уровня, дракончики. И еще 2 уровня. И на этом нет, еще что-то. И 3 уровня тогда големы. И на этом все, да, по 5 больше мне соединять нечего. Ну что ж, теперь нам останется вот эти все вот яйца отправить наверх на склад, да, смотреть, может быть, какие-то будут, которые некоторые будут, может быть, по 3, их надо будет, но пока я не вижу, я смотрю, есть те, которые яйца, они все добавляются вторыми. Ну что ж, разберемся, разберемся. Большая предстоит работа, опять все наверх отправлять. Ну что ж, у нас вчера началось событие в логове. Все, что касается еще логова, да, вот событие идет в логово, вот оно, осталось еще один день и 23 часа, можно зайти в закладку и посмотреть. На данный момент я вижу, что уже Полечка и Надя, и Ланы, Добиби практически прошли события. Да, все если 50 тысяч очков набрали, то это уже событие пройдено, молодцы. Я вот, видите, еще только на 10-й позиции, 9 тысяч очков. Все, кто набрал больше 6 тысяч очков, будут претендовать, могут претендовать на коллективные призы. Да? То есть мы еще вот, я уже набрала 9 тысяч, то есть у меня уже 6 уже есть. Все, кто еще 6 тысяч очков не набрал, все еще пока только на индивидуальные призы претендуют. Вот можно посмотреть, кстати, какие призы в этом событии. Видите, вот когда до этого значка дошел, вот такой вот знак логово с плюсиком, значит, я уже набрала... У меня уже коллективные призы будут доступны. Да? А коллективные призы у нас вот какие. Так, так, так. Это вот мистическое... Не нажимается теперь. Только же нажималось, теперь не нажимается. Не могу показать. Это осеннее деревце, норка, пушистый зверек и гнездо с яйцами. У нас еще, видите, еще не набрали мы. Полностью надо 620 тысяч очков набрать коллективно. А у нас сейчас набрано 354. Ну, будем стараться еще, по крайней мере, 2 суток есть, чтобы это сделать, да. Я покажу остальные призы. Итак, вот эти яйца лунного дракона мы, в принципе, уже с вами соединили, да. Потом простое деревце, эти призы не нажимаются, гнездо с яйцами дракончиков тоже. И вот еще какие призы, видите, какие, до каких призов я дошла, да, какие меня еще ждут. Вот пушинка. И главное, главное для меня вот пушистого зверька получить коллективные призы. Какая прелесть. Вот награды все логово, которые нас ждут. Что-то перестала нажиматься. Ну вот какие-то вот глюки, которые все время исправляют в этой игре. Ну что ж, пока... Пока закроем события. О, кстати, еще оленьки, яйцо. Вот еще одно сюда оно улетело. Видите, кринка вот у меня одна есть. Мы, как всегда, в среду давайте пройдем следующее, какой-то следующий уровень возьмем, чтобы продвигаться в этом направлении потихоньку тоже. Потому что, видите, я даже сегодня еще не использовала чаши, кубки, которые у меня есть. На чем мы здесь с вами остановились? Сейчас посмотрим. А, мы хотели брать с вами секретный уровень. Вот тут вот есть секретный уровень, ночной оазис под вопросом. Ну, давайте с него и начнем. 2 кубка. Секретный уровень, секретный оазис под вопросом. Здесь смотрю таинственные облака цветочком закрытым, деревцем и лужицей. Лужицей, значит, облака у нас тут будут. Смотрим задание. Создайте для победы восстановленную статую Геи. Соедините лист фруктового дерева 3 раза, вызовите дождь 6 раз и исцелите всю землю. Ну что ж, будем стараться, будем стараться. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Я вижу, что у нас тут вот черепушечка, это которая семена дает. И что у нас тут дальше? Вот одна,
Вот какая она. Вот тут я вижу. Вот деревце тут. Пока я не вижу наших дракончиков, наших дорогих. Так, я могу еще посоединять. А, вот у меня открылся листик, кстати. Открылся листик. А где остальные листики? Хороший вопрос. Ха-ха-ха. Как бы я тут уже не попала в просак, мне кажется, что мне нужно было вот эти тоже открыть. Вот так вот. По 4 я одну случайно черепушечку использовала. Ту, которую не должна была использовать, мне так кажется. Что ж, давайте так попробуем, может быть. А, это такое только деревце. Мне нужно еще деревья. Хороший вопрос. Кто ж нам будет это есть? И дальше я пройти, я так понимаю, не могу. Облаков нету, цветочка нету. Видите, мне когда черепушка выскочила, мне, наверное, надо было их в двух местах открывать. В одном месте, чтобы доступно было, и во втором месте. А сейчас я уже ничего сделать. Я не могу вот эти достать и деревца достать. Если бы я могла достать бы деревца, я могла бы объединить деревца и получить. Вот это дерево достать, по крайней мере. А так не могу, и ничего не летит, ни лужи нету, где-то они закрыты еще. И цветочек не получится. А, кстати, цветочек тут вообще получить, росточки где они? Вот один росточек я вижу, вот второй росточек. Надо еще и будет как-то, наверное, надо мне будет этот уровень перезапустить. Да, что сделаешь? Попробуем еще раз. С первого раза не прошли. Попробуем второй раз. Итак, внимание, внимание. Так, с чего мы начинали? Мы начинали с того, что пытались вот забрать бабах. И вот у меня выскочили теперь семена. Одно семечко. Так, а где у меня черепушки, почему не выскочили? Раз, два, три, четыре. Я могу вот так-то, да? Вот так. Вот листик опять. Еще семечки. У меня почему-то теперь опять вот эти не открылись. В прошлый раз они у меня открылись. И опять в той же самой ситуации. Посмотрите, только у меня больше этих росточков получилось. Да, как-то мне как-то без коллективного разума очень сложно пройти этот уровень. Здесь не открывается ничего. Больше ничего нету. Что я не так делаю? Один листик. Это я, конечно, могу прорастить эти семена, ждать, пока они прорастут. Если я это дождусь, пока они прорастут, то я смогу дерево сделать и первое облако открыть. Я так понимаю, у меня вот есть один росточек, еще у меня бы вот этих четыре росточка. Только вопрос, будут ли они прорастать? Сколько мне это ждать? Хороший вопросик. Нет, тут ничего не достанешь. Надо, наверное, было здесь открывать вот эти черепушечки и те. Ну что, попробуем еще раз. Ну, не хочется мне ждать. Давайте попробуем еще раз. Еще у меня как раз таки есть. Вот этот под вопросом уровень-то. Съел все мои кубки. Так, ну вот смотрите. Теперь у меня опять одна черепушка только. Семян нету.
Одна-одна черепушечка. Ну вот выбирай, какую хочешь, называется. Ну давайте выберу вот в этот край. Вот, теперь мне семечек больше дали. Если я возьму вот так, 4. И вот так семечки открылись. Листик. Все равно у меня черепушек нету лишних. Теперь я могу здесь достать. Подожди, а если я вот эти 5? Если 5 соединю, что тогда будет? Тогда я вообще тогда тени смогу потом достать. Вот у меня еще одна семечка. Три. Я могу получить дерево. Вот вопрос хороший. Все надо ждать, наверное, пока они прорастут. Так, я могу только 2 дерева получить. А где мне тогда 3-е дерево взять? Если семена не прорастут. У меня их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мне надо ждать, пока прорастут все семена. Иначе мне никак не получается. Цветочек, лужица. Да, нужно добраться до дерева. Да, шикарный уровень. Может, мне надо было сундуки открывать? А в сундуке может быть цветочек, кстати. В сундуке может быть монетка, а может быть и цветочек, который можно открыть. Вот это облако. Кстати. Тоже как вариант. О, наконец-таки проросли. Все-таки они прорастают, если долго-долго ждать. Если долго-долго ждать, можно пройти здесь и вперед. Ну вот теперь надо ждать, пока вот эти 2 прорастут, чтобы я могла их объединить в один и открыть наконец-таки облако. Просто, наверное, надо было второй раз тоже ждать. Ждать, надеяться и верить, пока оно откроется. Да, где потом столько черепушек брать, чтобы все поля открыть? Тоже вопрос хороший. О, пророс. Еще один надо дождаться, пока прорастет. Тарам-пам-пам-парам-пам-пам. Ну, семечко, прорастай. Уже с деревьев у меня уже бы в этом событии уже, наверное, росточки начали бы выкидывать, росточки цветов. А здесь мне не хотят росточки выкидывать так быстро. Ну, прорастай, прорастай семечку. Прорастай, прорастай, семечко, ты мне нужна. Мне нужно, чтобы ты проросло. О, вот я говорю, начали давать вот росточки. Вот я, может быть, с росточков цветок наберу быстрее, чем добуду вот эти росточки, открою. О, наконец-таки проросло. Есть, тогда соединяю вот в дерево и открываю наконец-таки вот это облако. А тут у нас что? Опаньки. Вот, сюда нам надо листик применить. Сюда у нас надо применить листик, и мы можем открыть цветочек. Вот этот цветочек. И открываем цветочек, а здесь тоже все-все закрыто. И опять нам нужен
еще один лепесточек, вот этот вот. Да, давайте откроем, что здесь. Вот у нас листик тут один есть. Я могу вот эти соединить. Вот, получила росток драконового дерева. Тут монетка. Так, я здесь соединять или здесь соединять? Тут цветок. А я могу тут и тут, и тут соединить. Вот. Еще один листик, один цветочек. А что мне этот листик дает? Один листик, второй. А тут еще, да, будет листик. А дальше нам нужно виноградинку, да? Вот еще один. Так, дерево. Одно дерево, второе дерево. А где взять еще одно дерево? Листики у меня. Раз, два. Вот третий раз листик. Это я еще один росточек смогу получить. О, первую звезду я получила. И фиолетовую. Слушайте, ну надо уровень заканчивать каким-то образом, чтобы забрать фиолетовую звезду. Да, и мне кажется, что я с листиками здесь напортачила. Я напортачила с листиками, потому что я теперь эти листики соединить не могу. Тогда бы я могла соединить листики, если бы я бы взяла их вот так. Не те два, а вот так и вот так. Тогда у меня ведь еще один листик появился. Я бы смогла их соединить, и тогда бы я росточки получила. Я бы сейчас открыла бы дерево. Блин. Ну надо же, 33 минуты. Все, опять напортачила. Опять напортачила. Слушайте, может, я могу этот листик так вот добыть, соединяя вот цветочки получу. Нет, это мертвая земля. Это мертвая земля. Я думала, что они откроются, если я, ну, соединение буду открывать, а ничего подобного. Не открылась. Все, приехали, называется. Опять попала в ловушку. Но интересно, я люблю головоломки. Люблю головоломки, поэтому будем разбираться. Ну что, звезду я не могу здесь получить. Придется кристаллы просто забрать, к сожалению. Жалко. Жалко, придется отсюда выходить. Да, опять попала в засаду. Ну что ж, попробуем в другой раз. В этот раз никак не получается вернуться на карту мира. Вот уровень выполняется. Пойду дальше играть в события логова. Вот так не удалось мне пока пройти никак. Видите, пока у меня... Что вот, не знаю, смогу ли я в этот раз получить все призы, но, по крайней мере, пока над этим работаю. У меня уже 3 звезды получено. Видите, какой у меня лес деревьев есть. Вот, потихонечку уже фруктики собираю. Вот у меня уже 25, надо еще 24 собрать фрукта с деревьев. Создать гигантский цветок жизни. И открыть дальше земли. Ну вот, потихонечку я продвигаюсь. Играю. И жду всех остальных. Я думаю, что мы коллективно соберем все призы. Сможем наших зверьков пушистых получить. А смогу ли я в этот раз открыть землю, все не знаю. Потому что... Опять посреди рабочей недели такое сложное событие у нас на самом-то деле. Поэтому много-много работы. Вот так кидаем в колодец. О, соединить сферки. Это надо тогда активировать наших дракончиков, чтобы они срочно делали сферки. Я люблю вот это задание, честно говоря. Вот я думаю, где он такую нашел? Вот. И соединять вот эти сферы. Это шикарное задание. Здесь можно подсобрать. Хорошо, когда, например, уже заготовки сфер есть, собраны, например. Тогда можно побыстрее сразу очки получать.
если не соединять сферы высокого уровня, да, то можно вот соединять их именно тогда, когда выпадает это задание. Тогда вот здорово. А так тут всего обычно на него дается вот 10 минут, и попробуй за 10 минут вот то, что заработаешь, то и заработаешь. Видите, сколько я уже призов получила? Мне уже осталось уже, ну, не совсем чуть-чуть, это еще много, потому что следующие призы будут чем дальше, тем дороже. Но, тем не менее, все возможно в этом мире. Вот-вот, поработаем. Давайте сделаем еще хорошую сферку. По 5 я заметила, все-таки выгоднее соединять. Вот, и буду над этим работать. К сожалению, не удалось нам сегодня пройти в секретный уровень. Ничего, надо еще подумать над ним, поработать. И обязательно пройдем. Вот это мне и нравится игра, тем, что у нее есть такие головоломки интересные. Может, вы мне подскажете, где. Мне кажется, что я сделала с листиками дальше ошибку. Так можно будет дальше пройти. Нужно просто набраться терпения, набрать чаши. И пройдем. А пока всем пока-пока. Буду вот проходить события в логове, которое называется у нас... Нет. Как оно называется теперь? Лягушачьи колодцы, да. Решили у нас не заморачиваться с названием, дать такое название, которое было в прошлый раз. Совсем недавно уже проходили это событие. Ладно, всем до свидания. Пока-пока.